Настоящий водопад. Такую картину можно было наблюдать у дома Кайманова 11. Вода размыла грунт, появилась глубокая яма. Сейчас здесь все замерзло, но вот последние дни, когда шли дожди, вся вода с округи стекалась именно сюда, отчего грунт и размыло через яму, а также по поверхности вода стекалась в подвал последнего подъезда дома Кайманова 11. Жители Кайманова 11 говорят, что неделю назад здесь работала бригада специалистов из водоканала. То ли меняли трубы, то ли устраняли порыв. Дня, наверное, 2-3 копались, ушли. Первый дождик, и это все вот. Сейчас вся сточная вода собралась в подвале 16-го подъезда, говорят люди. Жительница дома, Кайманова 11, Валентина Белоусова, рассказывает, что эта проблема не новая. Она живет в этом доме 45 лет и все это время за домом копает практически каждый год. Подвал топит периодически. Здесь раньше у нас пройти невозможно было дождик, а вся вода шла в подвал. Вот до этого дождик какой дня дату назад сильный был, там вообще кошмар пришло. Никому не надо. Трубы идут сверху, вот все полностью сверху, да? Где бы порыва не было, все это идет к нам в подвал. О том, что образовалась яма, жители дома сообщили в народный контроль. В водоканале подтвердили, что на этом участке велись работы по устранению порыва. В настоящее время вопрос изучен, и до конца этой недели дефект будет устранен силами водоканала. А вот что делать с постоянными порывами на этом участке и в целом по городу – вопрос, на который сейчас едва ли кто ответит. Износ водопроводных сетей в Нижнекамске составляет 80%, на их замену необходимо не менее 9 миллиардов рублей. Алмаз Кашаев, Рафаэль Ракипов, новости НТР.